Да, я танцевала в духе с ним, и потом мы слились, и это ощущение такое, как, ну, это неземное, но это в тысячи раз лучше, это как такое удовольствие, такое, как сливаешься в одно целое с любимым. Я поняла, что вот когда мы провозглашали, что было слово «я и отец одно», я до конца не понимала этого, ну, самого ощущения. И вот когда мы слились именно, это, я не знаю, как передать просто, это ощущение, что с любимым сливаешься в одно целое. И я поняла, что его он наполняет каждую клеточку мою, я это ощущала телом. Не только душею. Я танцевала с любимым. Это действительно, как, ну, когда первый раз влюбляешься и всецело думаешь о нем, это, и вот это переполняет тебя и наполняет это ощущение возлюбленного. Это не хочется терять ни на секунду.